Доброго времени суток всем хорошим людям. Зовут меня Андрей Ермолкевич. Приветствую вас в своей маленькой мастерской на балконе. Хочу сделать штатив для светодиодного прожектора в свой гараж. Есть у меня обрезок рейлинга диаметром 25 мм. Напилил я на торцовке три брусочка. Ну, сейчас буду их соединять и склеивать. Соберу я эту конструкцию на доминошки. В принципе, можно использовать шурупы вот так вот наискось. Просверлить и закрутить шурупы, но надо тогда вот эту вот всю конструкцию, на мой взгляд, усиливать какими-то накладками сверху и снизу, потому что соединение на шурупах не сильно прочное. Собрал я эту конструкцию на сухую. Есть тут один нюанс. Все соединения у меня плотные, за исключением вот этого вот соединения. Сейчас покажу. Делал я его больше, иначе бы я вот эту вот конструкцию не собрал. То есть я сделал паз пошире. Ну и в принципе сейчас буду склеивать. Склеил я всю эту конструкцию, зажал струбцинками. В ход пошли обрезки, которые у меня образовались. Еще раз хочу сказать, не обязательно тут использовать доминошки, можно косой шуруп использовать, но я бы в таком случае, конечно, всю эту конструкцию накладками усиливал. Так получается немного проще и легче. Ну что, дальше тут показывать особо нечего. Облагорожу я все это дело, потом прикручу вот такой вот держатель для рейлинга увеличенный, прикручу ножки, смонтирую электрику, покажу уже готовый результат. Вот так вот выглядит универсальный штатив в сборе. Универсальный он потому, что совмещает в себе удлинитель. В общем-то, штатив для прожектора. Прикрутил я колесики к ножкам, смонтировал электрику. Сейчас поднесу камеру ближе, покажу подробнее. Смонтировал я все через вот такие вот коробочки. Две коробки использовал, одна возле прожектора. Поставил два выключателя. Один послабее, другой помощнее. Эти выключатели включают или выключают все три жилы. Один выключатель идет на прожектор, второй на розетке. С обратной стороны я всю эту историю прихватил на хомуты для сантехнических труб. Оставались у меня после ремонта. Чуть большего размера я подложил картонки. Прожектор закреплен просто на брусочке. Через этот брусочек я опустил саморез, то есть он здесь держится крепко, сзади коробка. Уже в нее заходит и электричество, и к прожектору провода. Уже попользовался этим штативом. В условиях полупустого гаража штука весьма удобная. У меня длина кабеля здесь 7 метров, то есть в любой уголок я могу зайти, посветить. Опять же, двор могу выкатить, всю эту историю осветить. А вот в условиях балкона, как мне кажется, все это дело довольно бессмысленно, потому что будет путаться под ногами. Видел я похожую конструкцию Марка Фишера, но у него с полочкой. Полочку я решил пока не делать, но будет нужда, сделаю. Наверное, на этом все. Спасибо за просмотр. До свидания.